говорит детектив Алекс Мёрфи. Ранен офицер. Мы на пороге технологической революции. Нам нужен интеллектуальный продукт. Поцелуй за меня, маму. Сладких снов. Опоздал, сынок. Человеческий мозг внутри машины. Ожоги четвертой степени на 80% тела. Если он выживет, то большая часть тела останется парализованной. Вы обещаете спасти его, но что это значит? И что это будет за жизнь? Что это за костюм? Это не костюм, это ты. Что вы со мной сделали? Сделайте его более мощным. Какой-то он черный ему к лицу. Когда робот в действии, система посылает сигнал в мозг Алекса, создавая иллюзию, что он все контролирует. Но это не так. Это лишь иллюзия свободной воли. Выбрано 13 подозреваемых. Все разыскиваются за убийство. Это будущее правосудия. Алекс! Ты должен поговорить с сыном! Каким-то образом он изменил протокол системы. Человеческие эмоции не уйдут. Сострадание, страх, инстинкты, они всегда будут противодействовать системе. Ты пойдешь со мной. Живым или мертвым? Робокоп.